Всем добрый день! Сегодня мы хотим представить один из самых популярных шатров Мир-25S. Это шатер шестиугольной формы, размером 3 на 3 метра. Его габаритная транспортная длина коробки 1,20 м. Вес 14 килограмм. Сейчас покажу, что внутри. Каркас. Полочки с растяжками и тент. Сейчас будем его собирать и все вам покажем. Собрали шатер 2905S, габаритные его размеры 3 на 3 метра, он шестиугольный, у него есть дополнительный пол, плюс он полностью проветриваемый, все окошки у него открываются, дверь можно поставить козырьком вверх, растянуть, чтобы не капал дождь. Все достаточно удобный, красивый, интересный шатер, и если вы на какой-то стоянке такой шатер поставите, можно у себя на даче, можно где-то в походной стоянке, то есть в любом случае вы удивите своих соседей, ну и приятно проведете время, потому что шатер очень большой, вместительный, очень быстро ставится. Я рекомендую начать установку с установки стен, дальше, соответственно, на распорках поставить крышу. Спокойно можно поставить туда столик, проводить там время, сделать здесь какую-то кухню походную, все что угодно, все что вам больше будет нравиться. Дальше у нас сверху есть крючок для фонарика или какой-то походной лампы, чтобы можно было в темноту, то есть окошки можно, москитные сетки можно опустить, если холодно, полностью можно его закрыть. В принципе, в нем можно и спать, он не промокает. Ну, в основном он используется для каких-то походной кухни или какого-то места проведения. Сюда, кстати, на даче можно даже поставить бассейн. Всем спасибо!